Отработали полторы недельки, решили сделать себе выходной, рванули, короче, домой. Я на своей машине, пацаны на своей машине. На горах еще снежок лежит. До конца еще весь не сошел. Хотя с этой стороны нет там ничего. А вот с этой стороны лежит. Вообще сейчас до Геленджика здесь дорожка хорошая такая. Может, односторонняя. Прям почти до Новороссийска. Хотел приблизить, не приближает телефон. В общем, мешает обогрев в лобовом стекле. Когда приближаю, он на нем фокусируется, и все. Короче, через стекло смотреть не хочет телефон. Смотрите, красотень. Эх, не успел. Тормозим, у нас ограничения. Заодно полюбуемся. Там еще и светофор горит. Так, ну вот я на выходном дома. Красота, конечно. Отдыхать не работать, я скажу. Вообще прям замечательно. Надо сегодня постричься, побриться, порядок себя привести. А то что-то я выгляжу как-то не стрижен, лохмат. Так, припер я вчера себе ваты. Утеплять. Только сейчас пока времени как бы нет. Ну, ничего, самое главное, вот привез. Еще пачечку привезу потом. Начну утеплять крышу. Чуть-чуть переделаю вентиляцию. Тоже вот трубы привез. Еще тот раз приезжал, привез труб. Переделаю еще тут вентиляцию по-другому. То есть у меня будет, я по-другому хочу все сделать. Все нужно утеплить. Ну это ладно, это чуть позже будет. Сейчас пойдем посмотрим, что по двору. Песика надо выгулять. Он поскуливает, меня увидел. Денек подразгулялся, но мороз сегодня был, прохладно. Вроде солнышко хоть. Да, Барбос. Чё ты, бегать хочешь? Сейчас тебя отцеплю. Набегались, в общем, с псом, я аж что-то задохнулся. Он сейчас там лазит. Постоянно что-то в этом углу лазит у дерева. Что-то там на дерево, на сетку встанет, что-то. Что делает, не знаю. Протер на машине фары, номер, все помыл. Вчера ехал, опять снег летел на дорогах. Грязь. Ну, а грязь на дорогах из-за того, что как бы снег идет, они посыпают песком. Из-за этого вот это вот получается. Ну так, летом-то после дождя машина чистая. Она вот сейчас даже грязная, а просто дождь когда идет, он вот это вот все смывает. Вот она вчера в Геленджике была чистая. Вот по трассе просто прокатился, опять запачкалась. И в тот же момент вот так стоит, и оно смывается все. У нас в Саратове так не смывается. У нас, если уже испачкался, то значит все, пока на мойке шампунью не помоешь, то не смоется ничего. Все, мою перчатку грызет. Мы сейчас этой перчаткой-то и играли. Хорошенький прям денечек разгулялся. Ветра нет. Красота.
Это каждый день дождь, 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 дождь. Немножечко на солнышко посмотреть. Так, ну что, вот закончились мои выходные. Все, я подстригся. Помолодел немного. Вот, что, еду на работу. Все, 2 дня пролетели, как не успел заметить даже, что был дома. Вот, еще и вчера день такой был не очень хороший, опять дождь, снег, все, на улицу не выйти. Просидел дома, то есть, как бы так вообще, выходной такой, ну, блин, вообще, короче, незаметно прошел, просто, как будто и не был дома. Сейчас я своих привез в больницу, Ромке манту ставили на проверку. Вот, сейчас я их назад докину до автобуса, до Красной площади, и поеду сам в Геленджик, и они домой поедут. Сегодня погодка тоже опять такая непонятная, тучи летят, то вроде солнышко выйдет, опять тучи черные. Дождик то идет, то не идет. В общем, что-то вот такая погодка, не ахти. Ну, на улице плюс 8. Чуть-чуть я задерживаюсь, пацаны сидят там без меня. Не знаю, работают или, может, меня ждут. Они без меня-то не особо любят работать. Да, какие здесь красивые виды, как мне здесь нравится ездить. Вот эти вот южные дороги. Жаль, конечно, деревья здесь высокие. Все скрывает. Так красиво здесь очень. Сколько вот уже ездил, в принципе, да, должен бы привыкнуть к этому, ну. Не знаю, не могу привыкнуть. Вот красиво прям вот все. Вот эти серпантины.